Приготовить слойки с яблоками из готового теста очень просто и быстро. Самое главное – сделать начинку. Начинкой могут быть любые фрукты и ягоды, свежие или припущенные с крахмалом. Любители сладкого по достоинству оценят этот рецепт. Делать выпечку из готового теста всегда быстро и удобно. Начинку выбирайте любую в данном рецепте, это яблоки с медом. Перед отправкой слоек в духовку не забудьте смазать их яйцом, чтобы получилась красивая румяная корочка. Слоеное тесто 500 грамм. Яблоки 2-4 штук. Мед 2 столовые ложек. Сахар 2 столовые ложки. Ваниль, по вкусу. Яйцо 1 штук. Количество порций 3, 6, 1. Начнем с приготовления начинки. Для этого возьмите яблоки, можно любые фрукты по вкусу, очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте сахар, ванильный сахар, мед и перемешайте. Дайте немного постоять, пока яблоки пустят сок. Можно добавить немного крахмала и отправить все в микроволновую печь, получится конфитюр. 2. Берем готовое слоеное тесто, делим его на прямоугольники. На каждый отдельный прямоугольник выкладываем начинку. Сверху закрываем такой же заготовкой и тщательно соединяем края. 3. Можно воспользоваться вилкой и сделать красивые узорные края. 4. Выкладываем слойки на смазанный растительным маслом противень, обязательно верх промазываем яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. 5. Запекаем слойки около 15 минут, после чего даем им постоять и остыть. 6. Вот такие красивые получаются слойки с яблоками из готового теста. Приятного аппетита!